Серверы не найдены, не найдены серверы, понимаете? Не, они такие, поздравляю с началом сезона, дзинг, и ушли. Сезон начался, играйте как хотите, блин, и просто ушли. Ёбаный. Ты чё, блин? Перевернись. А чё так мало? Не понял. А чё тебе так мало? В X1 у тебя скорость прицела выше намного. О, мне, кстати, стандартный прицел очень нравится. Ну что ты, братишка, при... Прицел X1, X2, но сейчас поставлю, даже интересно, как это. А, ну слушай, реально классный. Мне нравится. Было бы прикольно, знаешь, если бы они тоже сделали сразу дуо и трио эти арены. О, кстати, Horizon хочу протестить. О! Какой Гибралтар? Люди, базэп! А у меня банок нет. Разбил катафальта пумбандубрамбрам. Убиваю. Он лагает очень сильно. Очень сильно лагает. Ладно, я на самом деле просто не попадал. Изи, изи, изи. Ой, голову. Ноканул. Ноканул. Надо, ебанку, я буду долго кидаться. Разбил угибо. Ног еще одно. А что такое? Пескипер, пескипер, беру. А, его снять нельзя? GG, easy, easy. Лук вообще охеренный, реально. Очень классно, мне очень нравится. А, все, у них тебе тоже фил броники. А, ну я понял, каждый раунд, короче. Потом красный. Блин, как же он боже, как же он херачит. Так в голову сочно залетает. И баллистика классная. Сусамба. GG. Ой, не та кнопка. GG, easy. Ну, мод, блин. Нафига вообще батл рояль, я не понимаю, тебе нужен. А чё мы не чемпионы? А, это просто кетриан. По 20-20 дают, если ничего не купил. Не, а ты же можешь выбрать. Там Мозамбик стоит 0, и по 20-20 стоит 0. Не, вот эта вот идея с тем, что абилки еще покупать надо, блин, это просто, это гениально. Как показывает практика, на лук самый вот лично для меня прицел удобный, это стандартный X1 и X1, X2. Оу. Сейчас мне по шопе, блин. Почему нет доступа? Можешь в игру перезайти и попробовать? Хотя это, давай, конечно... Давай, иди. Как тебе БП тот, который я даже не видел еще? Да, нифига, да, дрон хилит. Нифига себе дрон хилит. Капец он лагает, блин. Ну давай посмотрим, что в дропе, мне аж интересно. Банка, Sentinel, нифига себе. Это там у нее справа. Разбил гибо. Я иду, 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 иду. Хорош. Нормально сейчас было. Лук имба. Ну, я бы не сказал бы, что имба, но, блин, очень сочно на самом деле. Все, кто соло, ты умираешь. Я помираю с ведомым. К тебе еще 10 человек идет. Я помираю с ведомым. Бля, заебал у меня. Нок один. Хорош. Подпушиваем, нет? Нок еще раз. Капец, я такой захожу, чисто отбирать. Тык-тык. Хорош, остался последний, кто подломал. Боже, что это было. Еще один бежит на меня. Да-да-да, я тебе помогу, воюй. Блять, больно. Почти убило. Блин, что тут такого интересного можно взять? О, я рампарт возьму. Слушай, я рампарт возьму. А, подожди, у тебя все открыты прям? Ну, все купленные, кроме Валькирии. Блин, а слушай, рампарт же, по идее, на этой... Ну, тут вообще очень классная должна быть. Мне еще нравится то, что вот по 20-20 Мозамбик, они типа бесплатные вообще на старте, ты можешь просто выбрать, что ты хочешь во второй слот. Лайфхок все убил. Я херюсь. Я ушел на хер, слышишь? Кто там, рейса, да, жестко? Рейса, да. Ну как жесткая. Слева идет, слева идет. Рейсу нокнул. Хорош. Этот пойдет рез. Срезет. Найс. Блин, я опять пытался лугу взять, потом вспомнил, что нет смысла его брать. Почему? Ну, потому что он сбрасывается. Заметил, что тут вольт стоит дешевле, чем 99-е. Да фак? Бля. Ой.
Ой. Бил и добил, получается? Бил и добил, получается. Имя Валькирии на Апексе. Ой. Ты накнул? Да. На тебе лысь. У тебя из башки торчит, думаю, нихрена, что у меня с лицом. Чего у меня с лицом, блин? Не, рам-парам в этом режиме огонь вообще. На транспаранте мне понравилось тут играть, блин. Блин, я попытаюсь гимназ положить. Тут такая фича прикольная, когда на дальней дистанции ты лук хорошо слышишь, когда вблизи ты его вообще не слышишь. Старапается. Сломал это, гибу? Ой, не гибу. Давай его забей. Блин, видишь, мать твою. Блять, меня гиба затоптал просто. Хорош. Отошел к тебе. Побьешь его? Да, хорош. Мы в дуо их просто теребонькаем. Господи, блин. У меня еще хп вообще нет. Давай, раз, два, три. Два в три разнесли. О, Валькирия. Вей, во? Я хочу взять Серега, кого-то Серега, другого. Серега. Да, гибро, Блэдхаунда. Серега, Серега. Получилось. Не, мне реально очень интересно, вот что там вообще курили респавны, когда они на 50 монет делали гольд дешевле, чем 99-ю. Ну возьми, реально Pathfinder'а прокатит у этого крипта. Взял. Блять, если не дай бог я нахуй буду на. Блять. Не, ну в этот ну, момент. Почему? В этот он? Момент. В этот момент не могло не сработать. Ты же прекрасно понимаешь. А я. Что? Что? Что, блядь? Леха, иди сюда! Брат! Леха, выходи из магазина. А как? А, вот я нашел. Леха! Подожди, стой. Давай, короче, смотри, прилетаем, даем две просыпки. Сначала я, потом. Давай. Сейчас бан прилетит, реально. Это не мы такие, респаун такие. Они вылетели все здесь. Так, я даю первый просвет. Дай сразу хуярить. Обновляю. Один справа. Мне больно дали. Блять, он в сырье бегает, он что, ебанутый? Подломал я. Я тоже сломал. А она, блять, фуловая была. Ну, точнее, не разбитая. Подломал. Не, я ее разбил, подожди. Я ее разбил. Подломал. Подломал, это значит от 3 хп. О, блин, сломали нам, все. Блин. Не, нам было неплохо. Обидно. Слушай, у меня сейчас такая гениальная идея созрела. Я... Например? Подожди, еще подумаю о ней. То есть не созрело. Значит, не до конца созрело, да. Нет, созрело, пошли. Сейчас, короче, фул за мной, окей? Погнали, Леха, выходи. Да, на другую сторону, Да. Блять, что я танцую? Ребята, бежите. Бежите. Сейчас он зипу поставит. Нет, тут нельзя стоять! Уходим! Марвин, там видел? Марвин. Эй, да там Марвин! А что меня убило? Смотри, я. А мне что делать, блин? Так, ладно, план провалился. Так, Серегиным идеям больше не верить. Не, а ты видел, там Марвин стоит, отдыхает. Ебать, я так тактик-стратег просто ненормальный. Реально ненормальный. Вот, да, ненормальное ключевое слово. Блять, попал. Лестница выиграла. Шизанутый Эндар сказал. Ну-ка, мне большую аптеку. Ладно, блядь. Алик, тебе большая банка? У меня 3. Нет, не надо. У меня одна банка, одна аптека. Боже, как же лук херачит. Его по-любому нерфить будут. Че, прям реально имба? Да. Очень сильный. Нашел. 96 дал вот этой. Пошли, Валик, идем на рейфу. Давай. Готов? Да. Ты где, ёб твою нахуй? Ты ж ничего не делаешь, ты стоишь, затыкаешь с ней. Подними. Сзади пришел. Уходите. Блэкхаунд, бля. Так, ладно, еще один план давайте у меня есть.
Нет, все, иди в жопу, я не буду. До свидания. Не-не, погнали. Не-не-не. Ну, я зипку такую же поставлю, просто мы быстрее добежим вот оттуда. Все, надо отыгрываться. Чувак, да, не знаю. А хуй эту зипу ставил? Бегу под зипой. Вдруг забудешь, в какую сторону идти надо. Опа, бегает все. Валик, у тебя есть банки? Да, 4 штуки. Лёха, у тебя сверху! Блять, ну, Валик! Что такое? Ну что ты так не сказал? Я не знал, что будет удар. Я, блин, сосредоточенно не попадал по нему. Ты разбил почти БХ. Эх, я что ты делаешь? 2 секунды, 2. Мало-мало напихал ему. Сейчас сверху, над головой? Сверху. Как убил? Рейф лохоповая наверху, 11 уровень, говна. Хорош. Найс. Справа кто-то. Риса справа. Я хилюсь. Не, пизда. Блять, я так... Нахуй с этой стороны. Тебе же сказали. А меня бродкаунт пиздал. Блять. А, вы не выиграли? Найс. Господи. На, по жопе, блядь, ему. Чё-то мы начинаем играть как калити какие-то, если честно. Ну, пошёл уже устали. Я уже даже не понял, что покупать мне надо. Смотрю, такой, обниди? Направо, налево? Прямо. 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 Не. Ну, такого расстояния ещё хуй попадёшь. Не знаю, тут хедшота навесил нормально так. Справа. Тут справа. Да-да-да. Риса, давай зажмём, она конченая. Видимо, не эймер. Так это не рейту вроде там. Да, не трусись, земля. Рейс почти ноль. Разбитый БХ. Изи. Найс. Нелепо, но сойдет. Две стол нормально. У меня видно. Напомню, что понаблюдать за моей игрой вы можете на прямых трансляциях, которые проходят на моем канале каждый день после 6 вечера по МСК. Если вам понравился этот ролик, обязательно поддержите его лайком, подпишитесь на мой канал, тыркните колокол и не забывайте смотреть другие мои видосики. А с вами, как всегда, был Валькирин. До скорого!